Юрий Коваль, лесовик. Я плыл по Ялме. Сидел на корме лодки, помахивал веслом. Далеко уже отплыл от чистого дора. Вместе с речкой углубился в лес. Вода под лодкой черная, настоялась на опавших листьях. Над нею синие стрекозы перелетают. Захотелось что-нибудь спеть. Просто так, от хорошего настроения. А вдруг, думаю, здесь какая-нибудь девушка малину собирает. Услышит, как я хорошо пою, выйдет на берег. Размечтался я и грянул. Ой, когда мне было лет 17, ходил я в Грешнево гулять. Допел первый куплет, уже хотел за второй взяться. Вдруг слышу: ты чего орешь? Вот тебе на. Оказался кто-то на берегу, только не девушка. Голос грубый, болотный. Огляделся, не видно никого в кустах. Чего головой крутишь, а не видишь? Не вижу, что это, дядя. А не видишь, так и не видь. «Эй, дядя, — сказал я, — да ты кустиком пошевели!» Молчит. Ну, глупое положение. Отложил я весло, хотел закурить. Шарь по шарь, нету махорки. Только что в кармане шевелилось, теперь нету. Вдруг стемнело над рекой. Солнце-то, солнце, за тучку ушло. Куда же-то я забрался? Лес кругом страшный, корявый, черный. Вода в реке черная, и стрекозы над ней черные. Какие тут девушки? Какая малина? Ударил я веслом и ходом к дому, в чистый дор, к Пантелеевне. «Ну, батюшка, — сказал Пантелеевна, — спасибо, жив остался. Он бы тебя в болото завел». «Кто он?» «Лесовик. Знаешь, как он Миронюху-то водил? Иди, — говорит, — сюда, девушка, я тебе конфетку дам». А Миронюх по глупости идет за конфеткой, а он ей в руку впился и в болото тянет. Тут матушка Миронюха помирать начала. Во ведь как бывает. Не стал я спорить с Пантелеевной, а Миронюху, конечно, знал. Как придет вечером, обязательно что-нибудь приврет. Месяц прошел с тех пор, и я забыл про лесовика. А как в августе рыжики-то пошли, вспомнил. С дядей Зуем отправились мы за рыжиками, босиком. Чистодорские жители все ходят за рыжиками босиком, ногами ищут. Вот ведь история. А делается это для того, чтобы найти в траве самый маленький рыжик. Руками шарить, коленки протрешь. Главная задача – найти такой рыжик, чтобы он в бутылочное горлышко пролезал. Подберезовики и маслята солят в бочках, а рыжики только в бутылках. Насолишь за зиму бутылочек 20. Потом только вытряхивай. Я-то вначале ходил собирать в сапогах, на месте разувался. А потом плюнул, ходишь как неумный, с сапогами в руках. Стал было ходить в одном сапоге, как-никак одна нога рабочая, но и это бросил. Задразнили. С дядей Зуем пришли мы в сосняки. Рыжиков много. Зуюшка ногой строчит, как швейная машина Зингер. А я осторожно собираю, еле-еле ногой шарю, боюсь змею собрать. За спиной у меня что-то зашелестело в кустах. Оглянулся я и замер. Медленно-медленно высовывается из куста длинная палка, а на конце ее приделан острый кривой нож. И вот этот нож тянется ко мне.
Тут у меня сердце зашлось. Стою столбом, а нога сама по себе рыжик ищет. Кусты раздвинулись, и из листьев показался человечек. Маленький, ростом с пень. Лесовик. В руках держит палку с ножом на конце, сам весь корявый, борода серо-синяя, а руки черные, как головешки. Смотрит на меня, ножовой палкой покачивает и говорит, как из дупла: «Рыжики берешь?» «Ага», — говорю, — «рыжичков бы нам». «Нам бы рыжичков», — сбоку говорит дядя Зуй. «В бутылочку». «В какую такую бутылочку?» «А в пол-литровочку для прелести посола?» «Ага», — говорит лесовик и башкой кивает. «Сей год рыжичков много, прошлый меньше было. А махорки у вас нету ли?» «Есть», — говорит дядя Зуй, — «есть махорка». Лесовик сел на пень и стал самокрутку крутить. Тут я его как следует разглядел. Все верно, точно такой, как Пантелеевна рассказывала, только что-то клыков не видно. Дядя Зуй подошел к пню и говорит: «А вы каким промыслом занимаетесь?» «Живицу я собираю», — говорит лесовик. «Смолку сосновую. Я насквозь просмоленный, как птица клёст. Руки мои ни за что не отмоешь, вон и в бороду смола накапала». Тут мне все стало ясно. Часто в лесу я видел сосны с насечками на стволах. Эти насечки делаются уголками, одна над другой. Смола перетекает из насечки в насечку, а потом капает в баночку. Смола эта и называется живица, потому что она рану на стволе дерева заживляет. Я даже огорчился, что лесовик смоловиком оказался. Спрашиваю дальше: «А это что за палка у вас страшная?» «Это палка хак. Этой палкой хаком я делаю насечки на сосне, чтоб живица выступила». «А сосна не мрет ли от вашей работы?» — спрашивает дядя Зуй. «Не», — говорит смоловик, — «пока не мрет». Дали мы смоловику еще махорки и пошли дальше. А когда уже разошлись, я вспомнил, надо было спросить, не он ли окликал меня, когда я в лодке плыл. Вечером всю эту историю я рассказал Пантелеевне. Так, мол, и так, видел лесовика. «Батюшка», — сказала Пантелеевна, — «да разве ж это лесовик? Настоящий лесовик в лесу сидит, бельмище свои пучит, да деньги делает».